значит, письмо из Латвии. Ура, пришла посылка. Уже не надеялся получить. 15 дней лежала на границе. Моя первая попытка отправить напрямую за пределы. В Украину можно, в Белоруссию можно, в Казахстан можно, русский шрифт, все нормально. Вот туда, значит, нацарапали мы с помощницами этот латинский шрифт, а может быть литовский, латвийский, а может быть этот самый английский. Ну, короче, дошла. 15 дней провалялась. Заплатила за нее меньше, чем я думал. Это 1150 рублей за пересылку. Но это по-божески. На Украину бывало и 2000. Вот. И вот она отлежала. И получилось так, что я выслал заранее и побольше. Специально побольше. Чтобы как раз что-то где-то переросло, где-то что-то подсохло. Вот он пишет. Проснулись половина. Ну, не так уж плохо. Вот. Половина, 75% проснулись, манжутся, и половина сгнила. 22 дня путешествия. Это информация к тем, кто живет за рубежом. Последнее письмо было Соединенных Штатов Америки. Тут уж я рисковать не стал. Взмолился, говорю, ищите посредников где-нибудь. Наверняка остались. Это все русскоязычные со мной общаются. Вот. А у людей 2 гектара. Ищите посредников. Не стал рисковать, отправлять им неизвестно что. Так, ну а так как это все-таки Андрей из Латвии, он мне прислал фотографии, это было несколько дней назад. Вот в таком климате живем, у меня было плюс 30, дикая жара, а Латвию, а плюс за одним наш северо-запад, наши несколько областей закрыло снегом. Вот любуйтесь, вот в таком стране живем. Но все-таки я оптимист. Чего у меня не было. И майский снег там 40 или 50 сантиметров в мае. И заморозки, и морозы. И все-таки главное, пропускал урожай. В этом году урожай будет маленький. Вот. Пропускал урожай. Но каждый год у меня все было. Закаток полный погреб. Значит, этих самых консервированных, этих всяких там, этих компотов и прочих вареньев. Так, потом... Соки, потому что один год мне перекрывает, бывало два. Так, и я к чему это говорю? А деревья всегда живы. Но редко какой-нибудь выпилишь, и то уже, как Сергей. Ну, знаете, ну что делать-то? Ну, стыдно, люди идут, а тут полдерева, это, уже нету, а сучки торчат. А полдерева плодоносит. Давай спилим. Было, слабинку давал, но спиливал. Иногда, говорю, пусть стоят дальше. Еще по несколько ведер дают абрикосов некоторые. Что их пилить? Вот. Вот так вот. То есть и вот эти вот перепады, они, похоже, становятся все страшнее, им противостоять может только нормальная агротехника. Вспомните эти самые. Почему они воруют эти? Вот это вот украли, присвоили. Да потому что им, у них своих-то нету. Они их изничтожат, но это мы проходили. Идем дальше. Я уже открыто говорю, дайте Миразевку, да, вас закрыть хотели. Да вот. Но не из-за того, что вы хреново работаете. У вас много других увлечений, там, цветоводство, там, кустарниковая культура. Где-то вы впереди планеты всей, никто не спорит. Сильно вы забрались в центр Москвы. Земля дорогая. Вот. Я боюсь, что кто-то когда-то скажет, так они еще и ни хрена. Ну, по большому счету, для них это нормально. И уровень развития, и науки нормальный. Вот. И, конечно, не из-за меня. Это уничтожат, а земля сильно дорогая.